Experiment. Winter ice. Ground floor. Hey, stop right there! Hold on. Stop! Wait a second. Get down to the ground! Let me explain. I was down! Just... Shut up! Okay. Put your hands on the floor. Let me explain. Shut up and get down to the ground! What are you doing? Stop that! Hands on the floor! What the hell? What have they done to me? Why can't I remember? They must have my patient records on file somewhere. I have to know what's happening to me. Patient records room. That's where I need to be. Судя по всему, мне нужно двигаться вот сюда. Понятно, карта загрузилась в мой планшетник, так что в приложениях его достаточно непросто можно, несложно можно найти. Так что, ребят, мне сюда. Движение следует выполнять через... Так, ну что, нужно занять следующее помещение, восточный коридор фойе. Пойдем. Hey, it's me. Good news travels fast around here. Damn it! Maybe I can find a computer somewhere else that's allowed to access patient records. What does this place have to do with winter ice? I don't get it. Вроде никого. Следующее помещение, которое занимаем, это... Так, я в восточном коридоре фойе. Мне нужно само фойе. Сам фойе. Погнали.
Так, что у нас тут? Ну, вроде чистенько. This is a priority one alert. Agent John Patton has escaped. Perimeter has been locked down. Extra security is arriving to deal with the problem. А вот это уже не круто. Don't let him leave the foyer. Кажется, меня видят. Вон как. Так, будем искать обходные пути. Так, здесь я, кажется, вижу... О, я вижу вентиляцию. Попробуем. Ага, вон она. Сидеть. Отлично. И без жертв, главное. А то на прошлой миссии двоих замочил. Так, что у нас тут? Судя по всему, я в западном коридоре. Из западного коридора мне нужно в биохимическую лабораторию. А вот дальше... Дальше не совсем понятно как. Короче, биохим... Хорошо, биохим, а оттуда в склад пленок. Так, восточный коридор. Я здесь. То есть мне нужно в биохим. Как у нас тут? Чистенько, камер нет. Камер нет, чисто, все чисто. Так. Perhaps if I distracted him, I could get by without him seeing me. Да, скорее всего, это будет гораздо гуманнее. You're making me nervous. Listen, Doc, just looking out for you. The guy who escaped is a real psycho, regular crazy boy. What do you expect? He's tanked up on drugs that were only tested on gorillas. Так, мне нужно пройти за него. I couldn't take his medicine. That just breaks my heart. It's not medicine. It's experimental psychogens and absolutely not for human use. You agency guys screwed up big time on this one. Okay, Einstein, enough already. Just doing my job. Why don't you shut up and get on with yours? Судя по всему, я в складе пленок. Дальше мне нужно пробраться в коридор микроанализа. Коридор микроанализа, из него коридор записей пациентов. Судя по всему, если я нахожусь здесь, мне нужно пройти вперед чуть-чуть. This is insane. I can't keep running around like this. If I can get into the patient records room, things might start making sense. Как раз туда я и направляюсь. Это коридор микроанализа. Так, и мне нужно пройти прямо по коридору и вот сюда. Что у нас тут? Так. Ага, там кто-то у нас имеется. Нужно его тоже отвлечь. Отличненько. What the? Отличненько. Камера выключена. Хорошо. Я нахожусь здесь, и далее мне нужно, собственно, в регистратуру. В картотеку, правильно. Правильно сказать. Тихо, тихо, тихо. Это куда? Это дверь. Судя по всему, эта дверь ведет в микроанализ. Ага. Хорошо, мне прямо. Как ни странно, все достаточно просто.
Так, все очень-очень просто. That's where I'll find out how I got here. I just need to find a way in. В обезьяннике, засранец. Все не так просто, как я думал. Немного сложнее. Придется вернуться в коридор микроанализа. Через микроанализ Б. Коридор лаборатории приматов и лаборатория приматов. Проще говоря, обезьянник. Так, мне нужно вернуться в коридор... в коридор микроанализа. Пошли потихоньку. Стоп. Это сам микроанализ. Так, коридор микроанализа, и мне нужно прямо из этого коридора... Прямо. В микроанализ Б. Ух ты ж, блин, засранец! Нашелся, гад! Ай! Это больно. Спалился. Так, надо подзарядиться. Нет, не поесть, а подзарядиться. О, вот это хреново. О, струсили. Так, хорошо, меня испугались, отлично. Вот это работает превосходно, значит, мне нужно подлечиться. И пошли, пожалуй, в микроанализ, так скажем. Как-то я не учел, что он там может находиться, какой-то мужик. Отлично. Как-то грубовато я иду. Очень аморально. Хорошо. Так, судя по всему, я нахожусь... Мне нужно в микроанализ Б. Это находится... Судя по всему, вот тут. И отсюда я попадаю в коридор лаборатории приматов. Пройти прямо надо. Так. Don't look over here. Just walk away. It's nothing. Turn around. Look away. Just walk away. Хотя бы этот способ это подходит для бесшумного, так сказать, этого прохождения. Обаяние, ёлки-палки, кто это переводил?
cannot be allowed to progress any further. Those gorillas won't... Вот это хреново. I'll settle down while they know I'm here. How can I stop them from seeing me? My God! А вот это еще хреновей. Вот как хреново. Еще прутся. Закрыто, пока гориллы не успокоятся. Узнаю эту игрушку, я могу сказать, что они не успокоятся. Может, стекло разбить? Непробиваемое. Чтобы это закончилось. Ах ты, вот это круто. Так, надо лечиться. Так, хорошо. Долго это интересно. Я ему... Ой. Ну... Да, отстрелил, отстрелил. Вот это плохо. О, у меня автомат будет. Слепо всему. Так, вот это довольно хреново. Опа. Тихо, 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 тихо. Меня тут нет, меня тут нет, меня тут нет. Тихо, тихо, я не здесь, меня здесь нет, меня здесь... МЕНЯ ТУТ НЕТ! Внимание. Надо подзарядиться. А что-нибудь покруче есть? Листик. Хорошо. А судя по всему, интересно, обаяние это, внушение, точнее, оно работает. О, может так их напугать? Какого, какого, такого? А их все, их пугает вот эта вся тема. О, автомат. Круто.
Давай. Так, отлично, просто шикарно. А теперь внимание, меня тут нет. Его мой автомат удивляет, который висит на стене. Чё, эй, меня тут нет. Блин, это хреново. Вот, конечно, сильная тема, но... Простите, пожалуйста, очень больно. Бьет очень больно. Ай, блин, опять мана кончилась. Мне бы хоть один автомат. То есть автоматчики против пистолетчика это... Мало того, мне их еще не видно ни хрена. Вот это хреново. Хотя, может, и не очень. Return to your posts. Vatic has left the area. Seems a lot more sensitive than others of their species. Чуваки, меня тут. Ну почему? Ах ты так вот, да? Блин, зараза. Надо их напугать, а потом... Хотя, наверное, я... А, я вспомнил, да, я читал об этом. Если... Пытаться обмануть человека... Будучи... Вот это хренотень. Если он меня уже видит, значит плохо дело. Ладно, попробуем затихариться. Return to your posts. Vatic has left. Уходите. 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 Хорошо. Я так понял, охранник вызвал, засранец. Охранник, засранец, вызвал. Вот так вот. Now I can get into the patient records room and maybe start to find out how I ended up here. А куда мне... А, примерно помню, да, не первый раз эту игрушку, да? Так, этот коридор прошел дальше. Ох ты, нихрена себе, сколько там народа. Ага, попробуем... Пробежать. Меня тут нет, меня тут нет, меня тут нет, меня нет. Алло, меня нет. Must be able to access my records from one of these computers. Я должен, но сейчас сначала нужно замочить парочку. Опа. Оказывается, так нельзя. Хорошо. Перестрелка в лучшем... А что так мажет-то? Хорошо.
Как минимум двое. Отлично, засада не сработала. Но, судя по всему, скоро будет подкрепление. Winter ice. Time in a blast? Classified. Oh, I don't get this. Jane Wilde killed in action? What the? No one else. Что ж там случилось? John, Vatic. Ah!